когда-то человек, который работал на Ламборгини, подумал, они делают все не так, я хочу по-другому. Я могу себе это позволить, и я хочу это сделать. И вот тогда появилась компания, которая называется Pagani. Интересно, что вы подумаете, когда я вам скажу, что Дива за 11 миллионов долларов мне нравится меньше, чем этот автомобиль. Если бы прилетели инопланетяне и сказали бы, Давидыч, скажи, пожалуйста, мы можем взять на борт один автомобиль, и мы хотели бы взять его и поставить у себя в музее, как историю, вашу историю бензиновых двигателей. Какой бы автомобиль ты нам дал? Я бы дал Pagani. Я бы не дал Diva, Chiron, Ferrari, Lamborghini. Я бы дал Pagani. И сказал бы, вот что умеет человек. Вот что я считаю крутым подарком за не совсем меняемые деньги. На самом деле эта машина стоила порядка 2 миллионов долларов. Сегодня, по определенным оценкам, она стоит 3-3,5 миллиона долларов. Это версия Roadster. Перед тем, как рассказать про этот автомобиль, я хочу его открыть. Как распаковку увился. Если вы смотрите мои фильмы, то вы абсолютно точно по-настоящему любите машину. Просто посмотрите, что они сделали. Здесь стоит мерседесовский двигатель V12 с двумя турбинами. 730 лошадиных сил. И когда они его ставили, специалисты Pagani, включая самого Pagani, пришли в Mercedes, а этот двигатель, знаете, где стоял? SL65 AMG. Они сказали, что снизу подхватами нужно сделать хороший подхват. 1000 крутящего момента – это очень много. Да, есть 1,5, есть 2, но для этого карбонового автомобиля 1000 моментов – это сумасшествие. Все идет только на задние колеса, которые и прижимает вся эта конструкция, включая этот огромный мотор. Вес машины – тонна 380 килограммов. Бензобак – 85 литров. А максимальная скорость 390 км в час. Сказать, что она вся из карбона, это не сказать ничего. Абсолютно вся. Как можно уложить вот такую площадь и нигде не накосячить? Это уже не искусство, это уже какой-то космос. Вы просто вдумайтесь вообще, какой объем. Короче, давайте обычным людям я объясню. Если вы захотите сделать вот такую деталь, уложить и сделать деталь, чтобы на ней кубик кубику был и было абсолютно все идеально ровно, максимально сложно. Вот максимально, насколько это возможно, вот настолько это сложно. Он сделал весь автомобиль. Я прошелся везде. Есть маленькие недочеты, про них не буду говорить. Ну, просто на таком объеме, понимаете, у нас в стране люди вот такой кусок карбона не могут сделать, потому что он все кривой, косой. На Pagani, когда ты открываешь дверь, а с ней крышу, ты видишь все эти элементы дизайна, все эти типичные итальянские линии. Они прекрасны. Что уж говорить про звук двигателей AMG, он великолепен. Да он звучит как самолет, когда ты педаль в пол прожимаешь. Водить такие машины – это невероятное удовольствие, и она просто восхитительна. Ну и меня не смущает, когда люди смотрят на тебя, тыкают пальцами и говорят: «Вау, классная тачка!» Все это как бы, ну… И работа, и просто удовольствие вводить эти тачки, иметь дело с суперкарами – это, ну, классный опыт в целом. Какие из этих машин больше всего теряют в цене? Блин, ну с гиперкарами никогда не угадаешь. Во-первых, потому что их так много. Макларен, Феррари, Ламборгини и еще куча маленьких компаний, создающих суперкары, гиперкары, и ты банально не знаешь по итогу, какая взлетит. К примеру, я не знаю, чего ждать от Макларена Сенна. Или, ну, например, того же Элва, не знаю. Но есть определенные машины, цены на которые только растут. Это все зависит и от марки, и от конкретной модели, и от того, сколько автомобилей было вообще произведено, насколько это редкий экземпляр.
И даже при всех этих водных ты не знаешь, что случится через год или через 10 лет. Я когда смотрю на агрегаты и смотрю на двигатель, я думаю, что владельца бесили многие вещи, например, вот там провода, но они настолько искусно, настолько максимально все убрали, чтобы не было других цветов. Они обивку, которая идет в проводах другого цвета, подобрали под цвет металла и уложили его вот в такие гофры интересные. Они думали, как им сделать так, чтобы это было не похоже ни на что. Вот опять косяк вижу, но не скажу. Нет. Понимаете, если бы это был ВАК, или если бы это была BMW или Mercedes, растерзал бы в клочья. Но когда делается все от души, когда человек ставит перед собой такие невероятные планы и задачи и выполняет их, можно быть снисходительным. Но все-таки косячки я покажу не в тесте. Я их покажу в нашем телеграм-канале D3. Залетайте туда, кому принципиально интересно, посмотрите. Когда ты разгоняешься в городе, даже если ты не особо быстро едешь, ты потом нажимаешь на тормоз, и у тебя из капота вылезают крылья. Она сама такими ладошками на капоте и на задней части помогает, работает с воздухом. На самом деле на передней панели есть переключатель Wings, крылья. Когда ты его нажимаешь, она переходит в тестовый режим и начинает, соответственно, там, двигать этими крылышками. Но в действительности, я думаю, Пагани просто понимал, какой объем удовольствия и радости будет приносить эта кнопка и то, что она делает для людей, которые не имеют возможности поездить на этой машине, а могут хотя бы представить, что она делает на дороге. Посадка сама по себе очень удобная. Сам вот этот механизм сумасшедший. Он, видимо, понимал, когда строил машину, что люди хотят вот этого переключения. Послушайте просто вот этот звук. Вот это переключение, когда вы на него добавляете ощущение, которое ты здесь чувствуешь, ускорение, звук турбин, отхлоп-выхлопа, ну просто все, голова просто плывет. Очень аккуратно, очень деликатно они сделали систему климат-контроля вот в этой нижней части. Здесь поднимается, опускается температура, работа вентиляторов и кнопка старт-стоп. И, соответственно, поднятие звука. С левой стороны маленькая кнопочка для поднятия передней части. В принципе, тут обычная система управления. То есть тут поворотники на руле, сигнал тоже на руле, омывание лобового стекла на руле, переключение режимов, комфорт, спорт, рейс там и так далее, ESC-off. Когда я был маленьким, шкедом меня мама отправляла в коридор, чтобы я на бумажку переписал со счетчика цифры. И мама всегда говорила, не ошибись, потому что если ты ошибешься, то мы больше заплатим. Но, короче, мама все равно ходила перепроверять, потому что щиток из меня так себе был. Вот здесь наверху показывается не пробег. Вот здесь наверху показывается время в минутах. Сколько работал ваш двигатель. Но до щитка приборов докопаться сложно. В любом случае, здесь есть такие элементы, которые на сегодняшний день можно сделать гораздо круче. Но, видимо, они их как бы отработали, сделали и производили этот автомобиль, и его производят по сей день. Здесь наверху у нас система включения ланча, включения-выключения света. И тоже вот каждое переключение, каждое, вам доставляет удовольствие. Ну, шикарно. Потратить себя, потратить деньги. Человек, который делает искусство. Вот так бы я его назвал. И шоу много, и внешний вид дает много, и звук дает много. И даже такого сумасшедшего парня, как я, эта машина может в себя влюбить. Но она меня влюбила только после того, как я нажал на педаль газа. Ни
нихера не получается ланч на этой машине. Да и не нужно. Потому что здесь другой кайф. Другой. Здесь кайф заключается вот в этом. Давай! Самолет. Это самолет просто. Дикая тачка. Какой звук? На! На! Вообще! Да ну! Ну это жопа, ребята. Такой злой звук. Вау, вау, вау! Давайте объективно. Вот есть Феррари. У Феррари есть собственный двигатель V12. Есть Широн, есть Бугатти Верон. Есть много сумасшедших машин. И тут приходят и говорят, смотрите, вот у нас есть тачка, и у нее двигатель от Мерседеса, 700 сил, и она вас удивит. И ты такой смотришь и думаешь, сейчас тебя в чем-то хотят поиметь. Причем тебе говорят, что эта машина стоит еще там от 2 до 3,5 миллионов долларов. И ты думаешь такой, что за фигня? Наверное, это какой-то обман. Потому что фантик очень красивый, потому что упаковка слишком красивая. Но в действительности, когда ты садишься за руль этой машины, заводишь ее, начинаешь ехать, убираешь взгляд от всех этих фантиков, то просыпается дух поганый. И ты начинаешь понимать то, что он пытался до тебя донести. Вот если покупать тачку какую-то спортивную, то вот такую. Не надо ни с кем гоняться, там с М5-ми вообще. Гордранс, пусть ездит. Горацио, когда мы познакомимся, первый вопрос, который тебе хотел бы задать. Что тебе больше всего не нравится в этом автомобиле, что ты не можешь исправить? Человек, который это построил, он такой говорит, ребят, да, у нас будет 700 сил. Мы, наверное, там по определенным меркам можем где-то даже там и проигрывать. Но вот тот кайф, который мы дадим пацанам за рулем, не спутать ни с чем. Базарить не хочется, когда вот этот звук идет. Она по звуку и по ощущениям, и вот по всем этим, дает больше эмоций, чем Дива за 11 миллионов. Я тебе клянусь. Мне похеру, что она не едет в ланче. Мне похеру, что у нее загораются ошибки. Тут как в Мерседесе, как в BMW. Заглушил, завел, все пропало. Все нормально. Полечил. Сарышам показывает. Тарелка бензобака сошла с ума и показывает, что там больше, чем в баке. Температура сошла с ума. Тут температура сошла с ума. И загорелась лампочка. Понимаете, этой тачке не нужно быть супербыстрой. Она всех победила без цифр. Она всех победила просто с тем, что она просто существует. Понимаете? Какие хлопки красивые. Знаешь, что жаль? Жаль, что это папа не видит. Он бы сейчас просто офигел бы. Он бы сейчас сказал, ничего себе, какая тачка.